впечатления только хорошие. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, то, что пришли посмотреть на наш первый матч. Действительно, очень крутая атмосфера, круто все в команде. Ребята поддерживали, подбадривали, так что претензий никаких не имею. Мне очень все понравилось. Ну, Данил, очень сегодня старались, прямо были заметны. Все-таки такая возможность проявить себя, показать тренерскому штабу свои возможности. Ну, я шел к этому, старался, тренировался. Очень рад, что мне доверили сыграть эту игру. Действительно, старался показать себя, старался как-то отметиться. Так что спасибо тренерскому штабу. Ну, вот вы довольно много игру на себя берете. Насколько Виктору Козлову нравится такой хоккей, ничего не говорит? Пока что никак не ругали, только поправляли, подсказывали. Я думаю, будет на днях разбор игры. Все расскажут, все покажут, что лучше делать, что лучше не надо. Данил, ну как проходит ваша адаптация в Салавате и Лаеве? Ведь совсем недавно только приехали в Уфу. Да, я скажу то, что я в Салавате Лайве в первый раз, в Уфе тоже, наверное, ну, был пару раз. Хороший, красивый город, гулял, понравилось все. И очень рад, что защищаете цвета теперь. Ну, как вам тренировки в Салавате и Лаеве после питерской системы? Везде своя атмосфера, везде у каждого тренера своя установка. Выполняешь, играешь, не выполняешь, не играешь. Классная шайба у вас получилась, прокомментируйте ее. И вот в конце был выход буквально 3 в 0. Почему решили отдать дальше на Бабенко, а не сами бросили? Шайба была действительно красивая, понравилась очень. Взял как-то на себя ответственность. Увидел угол, бросил, попал. А в конце выходили, ну, не в 3-0, наверное, 3 в 1. Наверное, хотели сделать красиво для болельщиков. Все-таки стараемся, играем для болельщиков. Данил, ну вы себя форвардом какого плана вообще ощущаете, считаете? Так не сказать. Люблю забивать.